Семинар-совещание для работников группы отделов пропаганды структуры МЧС проходит традиционно раз в год. Для того, чтобы сверить часы и определить наиболее приоритетное направление деятельности, в областной центр приезжают сотрудники со всего региона. Сегодня мы разберем каждого из них. Мы поговорим, кто свою делает работу лучше, кто хуже. Мы определим те направления перспективные, которыми мы будем заниматься. Мы сделаем, наверное, какой-то анализ проведенной работы через призму так называемых отчетов. Мы проведем мастер-классы. Мастер-классы, чтобы они со стороны посмотрели друг на друга, посмотрели на себя, как они дают интервью СМИ, как они могут выступать в различных трудовых коллективах, перед детишками, перед работающими, то есть разные ситуации, в которых они должны быть. И дадим ту оценку, где они должны чуть подтянуться, где они делают это действительно хорошо на примере своих коллег. Работа по продвижению вопросов безопасности жизнедеятельности сегодня вышла на новый уровень. Тематические уроки и лекции дополнили посещение профильных центров. Активно развивается общение с людьми посредством социальных сетей и мессенджеров. Разрабатываются и внедряются в практику мобильные приложения. Через эмоции и ощущения спасатели стремятся не просто напомнить людям о том, что важно для сохранения жизни и здоровья. Используя наглядность и визуализацию, они моделируют и чрезвычайную ситуацию, и последствия, увидев результат которых и взрослые, и дети чаще задумываются о каждом своем действии. Семинары очень полезны, и мы собираемся раз в год. В принципе, этого достаточно. Каждый обозначает свои какие-то проблемные нюансы, у кого что не получается, какие предложения. Также нам указывают, какие недостатки есть в нашей работе, какие мы будем новшества вводить, чтобы нам было легче выполнять свою работу. Статистика последних лет говорит о том, что чрезвычайных ситуаций стало существенно меньше. Во многом это результат грамотной информационно-разъяснительной работы, которая будет продолжена.